индикатор искрообразования. Так, это у нас кусочек канализационной трубы. Это у нас схема с платой вместе с лампочками от электропечки. Индикация рабочей комфорте. От них провода у нас идут на бронепровода. И просто прокручено так. Общий провод у нас идет на минусовую клемму аккумулятора. Ну и как видно, можно определиться, какая у нас свечка не работает. А уже потом определиться, какая у нас искра, где конкретно копать. В данном случае у нас верхняя лампочка плохо отмаргивается. У нас бронепровод неисправный на этой свече.